мы делали вот это движение. А теперь попробуйте делать вверх и вниз. Вот такое движение. Вы лежите под одеялом. Тело еще больше согревается, ему становится еще приятнее. Закрыли глаза и внимательно следите, куда идет тепло. Постарайтесь, чтобы все тело, особенно те места, которые больше всего требуют любви, внимания, больные места, тоже слегка приятно двигались.